Ну что, всем привет! Всем привет! Всех с праздником, всех с 8 марта! Наших женщин! Нет, наших зрителей, наших любимых зрителей, мам, бабушек, дочек, кого там еще? Сестер, да, точно. Мы пока сегодня всех обзвонили. Полдня прошло, у нас только, оказывается, много женского рода в семье. Мужчин меньше, конечно, женщин больше. Да, Рушан? Да. Я говорю, пока сегодня всех обзвонили, полдня прошло. Я говорю, сколько у нас много женского пола, да? Ага, блин, прямо заполонили. Да, так что счастье, здоровье, самое главное здоровье. Все, а мы поехали за подарочками. На рынках очереди за цветами. Ну, уже, я скажу, почти все ушли, да? Да. Поздновато. Все уже складываются. Ой, ничего страшного. А, такой в какую цену у вас? 500. Галине Александровне пишу. Ну-ка, держи. Вот красивый. Да, этот мастер красивый. Маме. Там столько пчел. А что, это меня не спасет? Давай, возьмем. Во дворе посадить? 518. Красивая мимоза. Что-то нам сочная сейчас цветет. Где? Да, кстати. Сочи, скорее всего, цветет. Ага. Сабхазии, скорее всего, везет. Сабхазии, да? Купили мы цветочки. Поедем поздравим мамочку. Сейчас мы зайдем еще в Карри, кое-что посмотрим. И поедем, да, уже домой. Жарко все. Так красиво. Вот такая у нас сегодня погода. В Карри пойдем, сюда сходим. Плюс 20 здесь. Вот чувствуется весна. Пахнет весной. Спасибо. Я вспомнил. Карри же у меня размеры не подходят. Ты Руша, давай, не хулигань. Хулиган, блин. Да знаете, как мне надо? А, помнишь, я раньше так и делала? Я сама тебе покупала и привозила. А ты хочешь, не хочешь, таскаешь. Трудно. Ты плохо смотришь. Сейчас я тебе помогу выбрать. Вон светлый. Пойдем посмотрим. Серый. Ну. Вот, смотри, крутые. Вот, классные. Твой размер. Вот белые тоже у тебя хорошие. 41 не можно. Вот видишь, сейчас смотри. Я один 41. Он небольшой. А 40-й будет маленький. Почему? Ну, это потому что карри вот так. Со светлыми носками, со светлыми спортивками. Вот. И даже 40-й, видишь, он это болтается. Я вспомнил, почему только нас не взяли, потому что... Вот эти классные. Нравится? Удобно? Ну, честно, вот видишь,
пары здесь. Ну еще пусть будет свободная. Нет, еще они еще растопчутся, вообще потом будет как это. Ну хорошо, давай на размер меньше померим. Ну я тебе серьезно говорю, нету, где я его возьму? Вот, смотри, 42, 42. А говорит, один башмак продается. Мерь второй. Это у всех так, женщин с мужиками? Это просто какой-то трэш. Очень трудно. Я бы, наверное, быстрее уже себе обувь выбрала. Ой, ой. Класс. Ну-ка, пройдись. Шнурки, да. Очень хорошо смотрится. Беленькие носочки. И вот классно. Здорово, Рушан. Тебе очень идут. Светлые кроссовки Рушана просто все темные. У него есть кроссовки. Найковские хорошие мы брали. Но они у него темные. Вот светлые, хорошие. Смотри, как тебе хорошо. Пожалуйста, давай возьмем. Здорово. И за рулем будет классно. Свободные. Они тоненькие. На пешеход. Вы представляете? Еще маме купила подарочек. Потом сейчас мы к маме поедем. Сейчас мы домой заедем, переоденемся. А то что-то мы как-то оделись, блин, по-зимнему. Я, честно, я не знаю, как это происходит, как это вообще получается у них. Я не хотел реально себе кроссовки брать. Но так вот получилось. Сегодня мы тоже хорошо гуляем. Пешочком везде, туда-сюда, вот пришли в Озон. Сейчас нужно здесь кое-что. А, нам еще и Валберс надо, да? Нам и в Озон, и Валберс сразу. Сейчас зайдем, кое-что заберем. Да, у нас здесь вот все в одном месте. Сразу справа Валберс. Давай. Смотрите, какая красивая роза. Красивая очень. Спасибо, любимый. И что ты, да, речи потерял? Я просто тут ситуация такая. Ладно, не будем мешать водителю. Покажись. Ну, вот это другое дело. Я тоже в платье, в кроссовках у меня. Вот такие белые кроссовки. Все. Поедем мамочку поздравлять. И Кристинку. Да? Красивые. Ой. Ой, это вам, мамулечка. Мы же будем сейчас распаковывать, покажете, посмотрите, хорошо? А вы как обычно на огороде, да? Ну я только вышла. Давайте, мамулечка, будете распаковывать. Ну что, прям здесь пойдемте, да? Это вам домой занести тапочки? Не надо, там. Чем-то пахнет так вкусным. Ушел мою обувь, можно на солнышко поставить, пускай греется. Привет! Привет, Елизавета! Проходи, Рушан. Привет! Привет! Там непонятно, что она... Пищит, ее не взять, да, на руки. Ее, она такая же, что это? Мамочка, вот это можно на камеру открыть, а вот это мне камера потом. Привет! Боже мой! Это нравится? Шарфики. Да, вы же любите. Я люблю, да, у меня столько, а сколько я их оставила там перед отъездом, раздарила. Спасибо большое. Расцветочка, как вам нравится? Да, я вообще обожаю шарфы. Вот у мусульман, да, хоть я русская, но там вот на той, куда бы вот ни пошел, там всегда шарфы дарят. Ой, красивые какие, спасибо большое. Я люблю шарфы, почему, не знаю. Мне нравится. Спасибо большое. Спасибо. Мне очень приятно. Хотя я говорила, без подарков. Да. Пойдем со мной. Куда? Ой, мамочка, подождите, давай, я вам тут ниточку уберу. Вот. А куда вы успели уже сгонять? Я хочу, чтобы в вашем доме был свежий цветочек, живой, угу, подаренный мамой. Выбери, какой тебе нравится. А мне это... А Кристинка какой любит цвет?
И ну кто первый? Мне кажется, она любит более такое бордовое, захочет. Может быть, я хотела белые купить, но белых не было. Ага. Давайте это, пускай Кристинка первая выберет, как Лашенька. Почему? При чем тут Кристина? Ну я не знаю, какую. Мне просто оба нравятся цвета. Оба красивые, но дело в том, что два одинаковых вот не было. Вот все-таки такой. Ну пускай тогда Кристинка молодого возьмет. А я возьму постарше. Вот этот молодой. Ты старше, да, ты это ей молодого, а мне постарше. Угу. Спасибо, мамулечка. Поливается он не сверху. Ну, там мимоза туда, есть. Потому попала. Что, да, потому что это луковицы. Угу. Не корни, а луковицы. Поливается туда, и сама луковица пьет. Посмотришь в интернете, как. Это мама с намеком, что когда мы будем уезжать, мама будет приезжать и их поливать. Да, Лизунька, Лизочка. Угу. Ставь сюда на солнышко, на свет. Спасибо, мамулечка. Красивый. Забыла оставить яйцо на... Я сейчас вам повторю, что сейчас произошло. Открываю пирог. Говорю, мам, вы что пирог, говорю, вы это спекли? Мама говорит, да, но только, говорит, я яйцом не смазала, не могла от курочки дождаться яйца. Вот так вот. Гениально. А их же там у вас две или три даже, да, курицы? Одна а что вот эти? А что вот эти вот наши здоровые не несутся у мамы еще? Они еще пока не несутся. А, у нас кукушки, да, несутся. Угу. Точно. Но вчера я видел уже петухи начинают на кухинах прыгать. Все, всем приятного аппетита. Мы сейчас поедим и поедем дальше, да? Дальше поедем. Куда дальше? До Кристины. До Кристинки. Я об этом потом говорю. За семечками. Да? Да. Может, надо? Надо, надо.